В Новоуральске продолжается мониторинг подключения жилых домов и социальных объектов к подаче тепла. На вечер понедельника неподключенными оставались ряд жилых домов в Бунарском и Центральном районах города. Также прохлада оставалась и в ряде учреждений социальной сферы, к примеру, в Театре музыки, драмы и комедии и учреждениях подведомственных Комитету по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам. К слову, и сам комитет пока оставался без отопления. Дудина 6 не подключена, Советская 9А не подключена. Фурманова 30, Фурунзе 7А не подключен, Автозаводская 23, Корнилова, Первомайская 31. Это вот все отдельно стоящие здания там. Ну, причины разные, так понимаю. Нет, везде есть заявки на подключение, ждем своей очереди. Просто своей очереди. Да. Есть аварийные ситуации. Аварийные только Ленина 12. По учреждению группы подключено 11 объектов, осталось 4. ТДМК, строители 13, монтажника 8, клуб Новоуральский на Комсомольской 14, молодежный центр Комсомольского 8А. Но сегодня вылезло то, что в Мичурино 20, авария, без тепла остались сегодня. Что касается главной медицинской организации, то на сегодняшний день практически все объекты медсанчасти уже получили тепло. Одно отделение должно получить долгожданное отопление сегодня. Мы до обеда ремонтируем, после обеда запускаемся. Телефонограмма сегодня в энергосервис дана, с главным инженером договоренность есть. С 8 утра будем заниматься ремонтом. К моменту подготовки этого материала в администрации прошло еще одно заседание комиссии по контролю за стартом отопительного сезона. О его итогах мы расскажем в ближайших выпусках.